Дорогие друзья, привет! С вами Анна и проект In Dubai. Спасибо, что зашли сегодня на наш канал в YouTube и открыли наше новое видео. Сегодня я вам расскажу про погоду. И я постараюсь каждый месяц снимать вам видео про погоду. И вот наступил май. Сегодня 3 мая. Сейчас мы с вами находимся на улице Дубая. Как вы можете видеть, известный парусник за нами. И какая же температура воздуха сейчас? Довольно комфортно. А как я посмотрела в интернете, сейчас плюс 34 градуса. Солнце светит очень-очень ярко, влажно, но тем не менее очень даже хорошо. Конечно, стоит одевать что-то закрытое, закрывать руки, плечи, потому что обгореть можно очень-очень быстро, потому что солнце палящее. Ну и на пляже, конечно, лучше идти либо в утреннее время, либо уже после 3-4 часов. Напомню, что сейчас 3 мая, и мы постараемся снимать видео каждый месяц про погоду в Дубае. Конечно, сейчас стоит одевать что-то легкое, не теплое, иначе будет жарко. Но я хочу вас предупредить, что сейчас такое время, когда на улице очень-очень жарко, а в моллах, или как это на русском языке, в торговых центрах, в метро очень-очень холодно. Кондиционеры прямо включают максимально на холодную температуру, и можно сильно-сильно заболеть. Я помню, когда мы только приехали, а приехали мы в сентябре, и погода примерно чем-то похоже даже. Я сразу же заболела, простыла. Почему? Потому что сразу из жары заходишь в очень холодное помещение. Поэтому, если вы планируете гулять, а потом планируете гулять в торговый центр, обязательно возьмите с собой какую-нибудь кофточку, чтобы не простыть, не замерзнуть. В своем прошлом видео в апреле, если вы помните, если вы смотрели, а если вы не помните, можете посмотреть вот здесь, вот ссылочка. Я говорила, что дома мы не включаем кондиционер. Но время сейчас изменилось, сейчас май, и уже стало действительно душновато и жарко. И теперь уже без кондиционера жить трудно, и мы включаем кондиционер почти каждый день. Конечно, я думаю, что вам интересно, какая же сейчас температура воды в море. И предлагаю вновь отправиться на пляж и проверить, какая же вода и какие ощущения. Ну вот, мы с вами и пришли на пляж возле известного парусника Бурдж Аль Араба. Ну, пойдемте проверять море. Вода реально супер, все просто супер, мне очень нравится. По впечатлениям вообще просто замечательно. Когда я выходила из дома, чтобы снять это видео, я посмотрела в интернете температуру воды в море, и температура плюс 26. Я полностью согласна с интернетом, вода действительно очень комфортная. Вы знаете, это не как в России или в холодных странах, где нужно заходить и привыкать к воде. Тут достаточно просто зайти и сразу пойти купаться. Вода замечательная, и сейчас очень солнечно. Вот вы можете видеть, какое безоблачное небо, нету ни тучки. Оно голубое-голубое, и приятно на него очень любоваться. Также можно видеть этот замечательный парусник, вернее, отель в виде парусника, да, или вы как знаете, это Бурдж Аль Араб. Также вы можете видеть, что на пляже сейчас очень много-много людей. И мы пришли с вами на пляж, и народу действительно много. Можно сказать, что в мае в Дубае начинается очень хороший пляжный сезон. И купаются не только туристы, но и купаются также и местные жители. По сравнению с апрелем, если помните предыдущее видео про апрель, вот, кстати, оно. Хочу сказать, что вода стала намного теплее, меньше ветра, и, соответственно, волны меньше стали, да? Больше людей на пляже, больше именно местных жителей на пляже сейчас, если в сравнении с апрелем. Напомню, что сегодня 3 мая, и буквально несколько дней назад в Дубае не было так солнечно, и было не даже немного пасмурно, и был дождь. Если вы хотите увидеть, какой же это дождь в Дубае, можете посмотреть вот это видео. Май – замечательное время для того, чтобы отправиться в отпуск. Еще не так сильно жарко, еще это не плюс 50 градусов. Температура воды довольно приятная, охлаждающая, освежающая и приятная для тела. Поэтому
бросаю все свои дела дома и вперед в отпуск к морю. Вот такая сейчас погода в Дубае в майский период. На этом я хочу завершить свое видео. С вами была Анна, специально для проекта In Dubai. Оставайтесь с нами. Если вы еще не подписались на наш канал, то обязательно подпишитесь. И смотрите наши видео, выпуски. Постараемся их выкладывать как можно чаще. Всем пока-пока!